Поэтому мы сейчас переходим к нашему циклу сахарный диабет и другие эндокринопатии. Как обычно, Юрий Александрович Редькин. Персонализация выбора сахароснижающих препаратов. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне, как всегда, очень приятно у вас присутствовать, поскольку публика, те, кто слушают, они всегда задают много вопросов, и это действительно приятно. Мы продолжаем цикл по эндокринопатиям, и сегодня мне бы хотелось поговорить о персонализации выбора сахароснижающих препаратов. Но наука не стоит на месте, и мы с вами прекрасно знаем, особенно те, кто регулярно контактирует с пациентами с сахарным диабетом, что на сегодня существует достаточно много сахароснижающих препаратов. Но вот, чтобы было понятно, согласно современным руководствам, мы имеем на сегодня 9 классов сахароснижающих препаратов. И это не инсулиновые препараты. Это бигуаниды, тиазолидиндионы, препараты сульфанил мочевины, глиниды, ингибиторы дипептидилпептидазы четвертого типа, агонисты ГПП-1, карбоза, глифлозины, комбинированные препараты и так далее. Да? Ну и плюс еще одним видом является инсулин. И более того, внутри инсулина есть много препаратов различной продолжительности действия. Это и синтетические препараты инсулина человека, это аналоги, это смеси, заранее смешанные на заводских условиях и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, на сегодня препаратов достаточно много. И возникает вопрос. Какие препараты кому выбрать? И вообще, в зависимости от чего происходит выбор сахароснижающих препаратов. Ну и, на мой взгляд, прежде чем говорить об сахароснижающих препаратах и их выборе, я напомню, что какой бы мы препарат в принципе не назначали, да, мы будем стараться учитывать патофизиологические механизмы гипергликемии и воздействовать именно на те факторы, которые приводят к развитию гипергликемии. Поэтому основными из этих факторов являются перечисленные здесь 8 патогенетических путей, так называемый зловещий октет. Что это такое? Да? Это нарушение секреции инсулина бета-клетками, это увеличение секреции глюкагона альфа-клетками поджелудочной железы, это увеличение продукции глюкозы печенью, увеличение липолиза, увеличение реабсорбции глюкозы с почками, снижение утилизации глюкозы, снижение инкретинового эффекта и дисфункция нейротрансмиттеров головного мозга. Все это вместе и приводит к развитию гипергликемии. И, соответственно, когда мы с вами говорим о сахароснижающих препаратах, то мы как бы должны выбирать препараты, которые бы воздействовали на эти звенья патогенеза. И вот на этом слайде вы видите препараты, которые воздействуют на то или иное звено патогенеза. Соответственно, об этих препаратах мы с вами сегодня и постараемся поговорить. Итак, вот каков бы был бы идеальный препарат, который бы отвечал всем нашим требованиям? Конечно, этот препарат, кроме снижения уровня глюкозы крови, это понятно, это главный его эффект, должен бы улучшать или, по крайней мере, не ухудшать функцию почек, должен улучшать приверженность пациента к употреблению этих препаратов, то есть пациент должен соблюдать хорошую комплаентность, а это значит, чем реже применяется препарат, тем лучше.
Желательно, поскольку это пациенты со вторым типом диабета, и мы с вами знаем, что у 80-90% этих пациентов имеется избыточная масса тела и ожирение, соответственно, желательно, чтобы этот препарат снижал массу тела, снижал риск гипогликемии, поскольку мы с вами прекрасно знаем, что гипогликемия, то есть низкий уровень глюкозы крови, он ухудшает сердечно-сосудистые сходы. Еще бы лучше, да, чтобы такой препарат замедлял прогрессирование самого сахарного диабета, снижал артериальное давление, обладал длительным контролем гликемии, то есть действовал как можно длительнее, имел низкий риск побочных эффектов при таком длительном приеме и еще бы улучшал сердечно-сосудистые сходы. То есть вот таким видится идеальный препарат, который мы должны назначать при сахарном диабете. И если о многих из этих пунктах мы говорили раньше, то, например, такие пункты, как улучшение сердечно-сосудистых исходов, замедление прогрессирования сахарного диабета и улучшение функции почек, это пункты уже совсем недавние, о которых мы только начали говорить. И в ходе моей сообщения я на этом тоже немножко остановлюсь. Итак, первым препаратом, который является классическим и который на сегодня является препаратом первой линии при лечении сахарного диабета второго типа, является метформин. Это единственный препарат, который находится в применении из группы бегуанидов. Вы видите его название официальные торговые. И, соответственно, мы с вами должны помнить, что основным действием этого препарата является снижение выработки глюкозы в печени, то есть гиперпродукции глюкозы печени, особенно в ночное время, и снижение инсулинорезистентности на уровне мышечной и жировой ткани. Это основные эффекты действия метформина. Что касается сахара, снижающего действия метформина, то оно где-то находится в районе 1-2% по уровню снижения гликированного гемоглобина на монотерапии. То есть мы будем оценивать активность сахароснижающих препаратов по тому, насколько монотерапия этим препаратом снижает уровень гликированного гемоглобина. Соответственно, для метформина это 1-2%. Преимуществами этого препарата является низкий риск гипогликемических реакций. На сегодня показано, что этот препарат не влияет на массу тела. Ранее мы говорили, что он может снижать массу тела, но последние исследования нам говорят о том, что все-таки это нейтральное влияние на массу тела. Также исследования нам говорят о том, что он улучшает липидный профиль, доступен в фиксированных комбинациях в сочетании с различными препаратами. Я потом покажу, с чем можно комбинировать, какие препараты. Также по данным исследований было показано, что он снижает риск инфаркта миокарда у пациентов с сахарным диабетом второго типа и ожирением. И снижает риск развития сахарного диабета второго типа у лиц с преддиабетом, то есть нарушенной толерантностью к глюкозе. Кстати, это одно из показаний для назначения метформина при нарушенной толерантности к глюкозе. Также метформин обладает потенциальным кардиопротективным эффектом. Правда, этот эффект нивелируется комбинацией метформина с препаратами сульфанилмочевины. Ну и, пожалуй, в нынешнее время низкая цена также будет являться преимуществом метформина. Недостатками этого препарата является желудочно-кишечный дискомфорт. Этот эффект обычно возникает после начала приема и длится в течение где-то 5-14 дней.
Вот, как правило, за этот промежуток времени эти проявления желудочного дискомфорта проходят. Если не проходят, то, к сожалению, нужно рассмотреть вопрос о назначении других препаратов. Также этот препарат имеет риск развития лактатоцидоза. Правда, вот этот риск достаточно редок. И если соблюдать показания и противопоказания, соответственно, ничего страшного не случится. Ну и, наконец, у этого препарата при его длительном приеме имеется риск развития дефицита витамина В12. Ну и, соответственно, я уже начал говорить о том, что есть ситуации, при которых метформин противопоказан. Об этом всегда нужно помнить. Это скорость клубочковой фильтрации ниже 45, печеночная недостаточность, острый коронарный синдром в течение 6 месяцев после него. То есть 6 месяцев после инфаркта миокарда метформин назначать не следует. Вообще, если оценить и назвать одним словом противопоказание к метформину, это гипоксия любого генеза. То есть там, где есть гипоксия, соответственно, метформин противопоказан. Ну и также он противопоказан при алкоголизме, ацидозе любого генеза, беременности и лактации. И еще одной особенностью использования этого препарата является то, что препарат должен быть отменен в течение 2 суток до и 2 суток после выполнения рентгеноконтрастных процедур или больших оперативных вмешательств. Вот, собственно, кратко в 2 словах характеристика этого препарата. Еще раз напомню, это на сегодня препарат первой линии. Второй, пожалуй, не менее известной группой препаратов сахароснижающих являются препараты сульфанил-мочевины. И основной их эффект – это стимуляция секреции инсулина. Вы видите, что на сегодня выделяется 7 групп, подгрупп этих препаратов. Ну и, соответственно, в скобочках вы видите самых известных представителей препаратов сульфанил-мочевины. Сахароснижающая активность препаратов сульфанил-мочевины одна из самых высоких, это те же 1-2%. И преимуществом, пожалуй, этой группы препаратов является то, что на фоне их приема быстро достигается сахароснижающий эффект. Ну и кроме того, они снижают риск микрососудистых осложнений. Правда, этот риск снижения, оно опосредовано за счет больше снижения гликированного гемоглобина. Обладают нефро- и кардиопротекцией, но, правда, вот этот эффект больше характерен для гликозида МВ. Ну и также обладает низкой ценой. Но, к сожалению, недостатки этого препарата, этой группы препаратов, они очень часто перевешивают преимущества, потому что эти препараты имеют повышенный риск гипогликемических реакций, к ним быстро развивается резистентность, на фоне них, возможна прибавка массы тела, и, к сожалению, нет однозначных данных по сердечно-сосудистой безопасности, особенно в комбинации с метформином. Ну, противопоказания этих препаратов – это печеночная и почечная недостаточность. Почечная недостаточность, кроме гликозида и глимеперида и гликвидона. Кетоацидоз, беременность и лактация. Следующая группа препаратов. Да, надо помнить также, что у пожилых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа препараты группы сульфанил-мочевины должны использоваться с осторожностью из-за риска гипогликемии, который может повышаться с возрастом. Соответственно, если вдруг мы назначаем эту группу препаратов пожилым пациентам, то начальная доза препаратов сульфанил-мочевины должна составлять 50% от стандартной и повышаться более медленно. И у пожилых пациентов препаратами выбора из этой группы являются гликозид и глимеперид.
Следующая группа препаратов, она не так часто используется и не так часто встречается на российском рынке. Это препараты из группы глинидов. Вы видите их представителей. Более часто мы можем видеть репоглинид, менее часто натоглинид. И патогенетическим аспектом снижения глюкозы крови является стимуляция этими препаратами секреции инсулинов, так же, как и препаратами сульфанилмочевины. Эти препараты обладают более низкой сахароснижающей активностью 0,5-1% по уровню снижения гликированного гемоглобина, но зато среди преимуществ этих препаратов является контроль постпрандиальной гипергликемии, то есть гипергликемии после еды. Пожалуй, это единственная группа, которая как раз из таблетированных препаратов, которая является регуляторами постпрандиальной гипергликемии. Они достаточно быстро начинают действовать, и срок действия у них достаточно короткий. И поэтому они могут быть использованы у пациентов с нерегулярным режимом питания. Ну, как инсулин, да, есть еда, выпил таблетку, нет еды, соответственно, таблетку не пил. Но у этих препаратов все же имеется риск гипогликемии. По данным некоторых исследований, он сравним с препаратами сульфанилмочевины. Прием этих препаратов также может давать прибавку массы тела. Но также вот достоинство это или недостаток, сложно сказать, что применять их можно по количеству приемов пищи. С одной стороны, это достоинство, но с другой стороны, это 3 раза в день. Это не всегда повышает комплаентность приема этих препаратов. Ну и к недостаткам относится также высокая цена этих препаратов. Противопоказания у них такие же, как у других, то есть это печеночная и почечная недостаточность, кетоацидоз, беременность и лактация. Еще одна группа препаратов – это тиазолидин-дионы, или их еще называют глитазоны. У них схожий патогенетический механизм по сравнению с бегуанидами, то есть с препаратом метформин. Они снижают выработку глюкозы в печени и снижают инсулинорезистентность на уровне мышечной и жировой ткани. Представителей вы, соответственно, видите на слайде. Сахароснижающий эффект у них также небольшой, 0,5-1,4%. Но у них есть одно интересное преимущество. По данным исследований было доказано, что они обладают протективным эффектом в отношении бета-клеток. То есть они защищают бета-клетки от повышенного уровня глюкозы крови. Также они снижают риск развития сахарного диабета у пациентов с нарушенным толерантностью к глюкозе, что делает возможным применять их при нарушенной толерантности к глюкозе, снижают риск макрососудистых осложнений, но, правда, этот эффект показан только для пиоглитазона, имеют низкий риск гипогликемии, что нам также важно, улучшают липидный спектр крови. Среди недостатков этих препаратов является, к сожалению, прибавка массы тела, периферические отеки. Также в исследованиях было показано, что они могут увеличивать риск перелома трубчатых костей у женщин, а соответственно это делает проблематичным назначение этих препаратов у женщин с остеопорозом. Ну и они достаточно медленно начинают действовать, медленно развивают свой эффект, поэтому это можно тоже отнести к недостатку действия тиазолидин-дионов. Надо помнить, что эти препараты противопоказаны при заболеваниях печени, отеках любого генеза, сердечной недостаточности, обратите на это внимание, причем любого функционального класса, остром коронарном синдроме, ИБС в сочетании с приемом нитратов, ну а также кетоацидозе, ну и также лактации беременности. Также считается, что эти препараты нежелательно комбинировать с препаратами инсулина.
Еще раз делаю акцент на том, что у пожилых пациентов с сахарным диабетом второго типа препараты из группы тиазолидин-дионов должны применяться с осторожностью из-за повышенного риска переломов и сердечной недостаточности. Еще одна группа препаратов, которую мы почти не видим, но тем не менее она существует. Это ингибиторы альфа-глюкозидаз. А эти препараты просто блокируют, замедляют всасывание углеводов в кишечнике. И, соответственно, глюкоза не всасывается в кишечнике и снижается уровень глюкозы крови. Как видите, сахароснижающее действие этих препаратов достаточно маленькое, 0,5-8%. Но зато они не влияют на массу тела, имеют низкий риск гипогликемии и снижают риск развития сахарного диабета второго типа при нарушенной толерантности к глюкозе. Но у них, пожалуй, опять-таки недостатки могут перевешивать преимущества, потому что, поскольку глюкоза не всасывается, препараты этой группы вызывают желудочно-кишечный дискомфорт. Как видите, у них низкая сахароснижающая активность, поэтому эффективность их не очень большая. Ну и прием 3 раза в сутки также может повлиять на то, что пациенты не будут выбирать эту группу препаратов. Ну и противопоказания, они вытекают из недостатков. Это заболевания желудочно-кишечного тракта, ну и также традиционная печеночная и почечная недостаточность, кетоацидоз, беременность и лактация. Вот далее мне бы хотелось обсудить новую группу препаратов, которая все больше и больше завоевывает, скажем так, доверие у врачей и пациентов. Эти препараты получили общее название инкретины. Что такое инкретины? Это пептидные гормоны, которые высвобождаются из клеток в ответ на прием пищи. На сегодня у нас есть как бы два вида этих инкретинов. Это глюкагоноподобный пептид 1. Он подавляет постпрандиальную секрецию глюкагона и снижает потребление пищи. И дипептидил пептидаза 4 типа – это фермент, который разрушает ГПП-1. То есть инактивирует ГПП-1. И, соответственно, у нас есть две группы препаратов, которые относятся к инкретинам. Первое – это агонисты ГПП-1. Ну, понятно, да, что эти препараты, они индуцируют работу гормонов ГПП-1 и, соответственно, вызывают, замедляют опорожнение кишечника, вызывают глюкозозависимую стимуляцию секреции инсулина, также оказывают глюкозозависимое снижение секреции глюкагона как главного контринсулярного гормона, уменьшают продукцию глюкозы печени, причем это тоже глюкозозависимый эффект. За счет воздействия на нейромедиаторы уменьшают потребление пищи и снижают массу тела. На сегодня вы видите, что это 6 групп препаратов, некоторые из них появились совсем недавно. Обратите это внимание, какие это препараты. Что можно сказать в общем? Да? У них достаточно, ну, средний сахароснижающий эффект, скажем так, 0,8-1,8% по уровню гликированного гемоглобина. Но что важно, что эти препараты имеют низкий риск гипогликемии, снижают массу тела, снижают артериальное давление, имеют потенциальный протективный эффект в отношении бета-клеток. Они доступны в комбинациях уже, в том числе, например, с базальными инсулинами. Оговорю сразу, что это препараты, это инъекции, но их еще называют неинсулиновые инъекции. Да? Вот это как раз относится к агонистам ГПП-1. Также доказано, что эта группа препаратов обладает профилактическим воздействием прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний,
Мы об этом с вами уже говорили на предыдущих лекциях. Особенно это доказано для лиросемия и дулоглютида. Также есть работа о том, что они эффективны, могут быть эффективны в качестве первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с факторами риска и также обладают нефропротекцией. То есть, как видите, вот препараты этой группы обладают большим спектром воздействия на разные звенья патогенеза. Из недостатков этих препаратов является желудочно-кишечный дискомфорт, формирование антител, но это, правда, показано для экзенатида, антител, которые убивают этот препарат. Да? Потенциальный риск панкреатита, но этот риск не подтвержден, но есть сообщение. К недостаткам, пожалуй, относится, что это инъекционная форма введения, но и они, к сожалению, имеют достаточно высокую цену. Все эти препараты, их противопоказания традиционные. Почечная, печеночная недостаточность, кетоацидоз, беременность и лактация. Вторая группа инкретинов – это ингибиторы дипептидилпептидазы 4-го типа, ДПП-4. И вы видите, что на сегодня это 7 различных препаратов, самые известные здесь в скобочках представлены. Они также обладают воздействием на многие звенья патогенеза. Но в отличие от ГПП-4, они не вызывают замедление опорожнения желудка, также оказывают глюкозозависимую стимуляцию секреции инсулина и снижают секрецию глюкагона, уменьшают продукцию глюкозы печени, но на массу тела оказывают нейтральное воздействие. Соответственно, у них меньший сахароснижающий эффект. И вы видите, да, что эти препараты, если посмотреть на гликированный, насколько они снижают его в монотерапии, это всего 0,1%. Но зато они имеют низкий риск гипогликемии, не влияют на массу тела, а нам важно, чтобы да, они не ухудшали, не прибавили, вызывали прибавку массы тела, особенно у пожилых пациентов. Также доступны в фиксированных комбинациях, что уменьшает число приема. Ну и у них есть вот этот вот хороший протективный эффект в отношении бета-клеток. Но у них из побочных эффектов это потенциальный риск развития панкреатита, но он не подтвержден, и также высокая цена. Еще одной особенностью этих препаратов является то, что большинство этих препаратов возможно использовать на всех стадиях хронической болезни почек, включая терминальную. Для некоторых нужно снижение дозы, для некоторых, например, для линогликтина, снижение дозы даже не требуется. Их можно использовать при тяжелой печеночной недостаточности, кроме саксоглептина и линогликтина, сердечной недостаточности. Противопоказаны они при кетоацидозе, беременности и лактации. Ну и, наконец, совсем новая группа препаратов, мы о них тоже с вами уже говорили на предыдущих лекциях, это ингибиторы натрий-глюкозного транспортера второго типа или ингибиторы НГЛТ2. Опять вы видите, что их уже достаточно много. Вот недавно появился даже наш отечественные препараты. Соответственно, одним из эффектов этого препарата, вернее, основным эффектом является усиление реабсорбции глюкозы в печени. Ну вот, чтобы было понятно, да, этот препарат усиливает, уменьшает реабсорбцию, уменьшает реабсорбцию глюкозы в печени. Таким образом, глюкоза не всасывается обратно, а выделяется с мочой. То есть эта группа препаратов, она усиливает выделение глюкозы с мочой. И, соответственно, увеличение вот этой экскреции, это приблизительно 70 грамм в сутки, что соответствует где-то 280 килокалорий в сутки.
Это основной эффект. Каковы же последствия вот этого эффекта? Да? Сахароснижающая активность у него не сильно выражена, но у него низкий риск у этих препаратов гипогликемии. Они снижают массы тела за счет потери в калориях, о которых я говорил. Причем эффект действия этих препаратов, он не зависит от наличия инсулина в крови. Также он обладает умеренным снижением артериального давления. Но по поводу этой группы препаратов сейчас имеется уже большое количество исследований, которые показали, что они снижают риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности, имеют протективное воздействие на сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и вторичная профилактика, обладают нефропротективным воздействием, ну и даже, возможно, обладают первичной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с факторами риска. Ну и также они доступны в фиксированных комбинациях с метформином. Ну, из особенностей патогенеза ясно, что раз в моче есть глюкоза и ее больше становится, то это риск урогенитальных инфекций, поэтому пациент за этим должен следить. А соответственно, раз есть глюкоза в моче, она оттягивает на себя воду, а соответственно, это риск гиповолемии, особенно у пожилых пациентов. И пожилым пациентам надо обязательно говорить, чтобы они не забывали употреблять жидкость при приеме препаратов из этой группы. Также показано для одного из этих препаратов, каноглифлозина, что есть риск ампутации нижних конечностей, правда, окончательно этот вывод сделан не был пока еще. Ну и также для каноглифлозина был выявлен риск переломов, что тоже, в общем, не очень хорошо, но опять-таки этот эффект окончательно не доказан. Ну и, пожалуй, к недостаткам можно отнести и высокую цену этой препарата. Эти препараты противопоказаны при кетоацидозе, беременности и лактации, при снижении СКФ ниже 45. И также требуется осторожность при назначении в пожилом возрасте, я уже об этом говорил, да, риск гиповолемии, при хронических урогенитальных инфекциях, при приеме мочегонных средств. Ну и надо помнить, что препарат должен быть, как и метформин, отменен в течение 2 суток до и после выполнения рентгеноконтрастных процедур больших оперативных вмешательств. Итак, мы с вами охарактеризовали и оценили основные, практически все группы сахароснижающих препаратов, кроме инсулина. Теперь возникает вопрос. А вот если комбинировать эти группы препаратов, чтобы воздействовать на разные звенья патогенеза, то что с чем можно комбинировать? Перед вами табличка, которая вам позволяет посмотреть, какие препараты можно комбинировать друг с другом. Ну, например, вы видите, да, что метформин можно комбинировать практически со всеми препаратами. А вот ингибиторы ДПП-4 нельзя комбинировать с антагонистами рецепторов ГПП-1. То есть, глядя на эту табличку, соответственно, вы видите, где имеются нерациональные комбинации. Ну и чтобы было совсем понятно, я привел вам вот эти совсем нерациональные комбинации, то есть что не рекомендуется вообще комбинировать. Это препараты сульфанилмочевины с глинидами, это антагонисты рецепторов ГПП-1 и ингибиторы ДПП-4, это два препарата сульфанилмочевины из любой группы, соответственно, то есть любые группы препаратов сульфанилмочевины нельзя между собой комбинировать. Это тиазолидин дионы с инсулином, я уже говорил. Правда, здесь есть оговорка, за исключением случаев выраженной инсулинорезистентности. Ну и инсулин короткого действия и ультракороткого действия нежелательно комбинировать с ингибиторами ДПП-4 или антагонистами рецепторов ГПП-1, или глинидами, или с препаратами сульфанилмочевины.
Ну и вот, соответственно, мы с вами теперь знаем, как можно комбинировать эти препараты. И у нас встает еще один вопрос. В зависимости от чего мы назначаем препараты? Вот для того, чтобы понять, сколько назначить препаратов, один сразу, два, нужно оценить уровень гликированного гемоглобина у пациента и, соответственно, определить его целевые значения уровня гликированного гемоглобина. Вот обратите внимание, что у нас на сегодня целевые значения мы определяем как бы исходя из двух групп. Первая группа – это пациенты без атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний или риска тяжелой гипогликемии. Вот у этой группы, у пациентов молодого возраста, уровень гликированного гемоглобина должен быть менее 6,5, в среднем возрасте менее 7, у функционально независимых пациентов пожилого возраста менее 7,5. То есть это активные пациенты пожилого возраста. Если же это функционально зависимые пациенты, которые не всегда могут за собой ухаживать, но у них нет старческой астении или деменции, то тогда у них целевое значение гликированного гемоглобина менее 8. Если есть старческая астения или деменция, то уровень гликированного гемоглобина менее 8,5. Ну и пациенты на завершающем этапе жизни, тяжелые пациенты, пожилые, да, совсем старческого возраста, здесь вообще мы не задаем целевых значений. Главное у этих пациентов избегать низкого сахара, гипогликемии и симптомов гипергликемии, которые могут их беспокоить. Вторая группа пациентов – это пациенты с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями или рисками тяжелой гипогликемии. Вот их целевые значения вы тоже видите, да, это молодой возраст менее 7 гликированный гемоглобин, средний менее 7,5 и пациенты пожилого возраста функционально независимые менее 8, а пациенты со старческой астенией или деменцией, то уже менее 8,5. То есть вот пациент пришел к вам на прием. Либо он впервые выявленный диабет, либо у пациента впервые выявленный диабет, либо он принимает какие-либо препараты. Да? На что мы ориентируемся? На уровень, в первую очередь, гликированного гемоглобина. Вот если у пациента исходный уровень гликированного гемоглобина, который он вас пришел, к вам пришел 6,5-7,5, или это дебют сахарного диабета, и у него гликированный гемоглобин 6,5-7,5. Соответственно, на первом этапе, на старте терапии, назначается монотерапия метформином или по показаниям ингибиторами ДПП-4, антагонистами рецепторов ГПП-1 или НГЛТ. При каких состояниях это назначается, я тоже чуть позже скажу. Альтернативные варианты, то есть это препараты первого выбора. Альтернативно можно назначать сульфанил-мочевину, глинииды, тиазолидиндиона, карбоз. Не более чем через 6 месяцев, не более, да, а еще лучше оценивать гликированный гемоглобин раз в 3 месяца. Но тем не менее, соответственно, мы оцениваем уровень гликированного гемоглобина. И если гликированный гемоглобин снизился более чем на 0,5% или достигнута вот та индивидуальная цель, по которой мы только что говорили, то пациент продолжает ту терапию, которую вы назначили или скорректировали. А если же у пациента снизился уровень гликированного гемоглобина менее чем на 0,5% или не достигнута индивидуализированная цель, то в этом случае, да, через полгода назначается комбинация двух препаратов с учетом нерациональных комбинаций. И далее опять мы его наблюдаем полгода, но гликированный берем каждые 3-4 месяца. И если индивидуальная цель достигнута, то мы оставляем комбинацию двух препаратов. Если индивидуальная цель не достигнута, то
назначается комбинация трех препаратов или, если есть показания, назначается инсулинотерапия. Если исходно уровень гликированного гемоглобина 7,6-9%, то здесь мы с вами уже сразу можем назначить комбинацию из двух препаратов, кроме нерациональных. Ну или даже комбинацию с инсулином, если тащиковая гипергликемия, например, выше 13. Это уже будет показанием к инсулинотерапии. Ну и, соответственно, назначив два препарата этой категории пациентов, мы, соответственно, снижаем, смотрим гликированный гемоглобин в течение полугода. И если за эти полгода он снизился более чем на 1%, то мы оставляем пациента на этой комбинированной терапии. Если же за эти полгода произошло снижение гликированного гемоглобина менее 1% или не достигнуты целевые значения, то, соответственно, мы назначаем комбинацию из трех препаратов, кроме нерациональных сочетаний. И, соответственно, если через полгода цель достигнута, то оставляем пациента на трех препаратах. Если через полгода цель достигнута не будет, то добавляем инсулин. Ну и, наконец, третья ситуация, когда вы видите, что пациент совсем декомпенсирован и уровень гликированного гемоглобина исходно более 9%. Конечно, здесь уже может быть показание к назначению инсулина. И это первое, что мы должны рассмотреть. Альтернативой может быть сразу назначение двух или трех препаратов. Как правило, вот в этой ситуации будет являться препаратом выбора все же в комбинации сульфанил-мочевина плюс метформин. Почему? Потому что препараты сульфанил-мочевина при всех их недостатках позволяют быстро снизить уровень глюкозы крови. Ну и, соответственно, так же, как и в предыдущих двух стратегиях, мы смотрим уровень гликированного гемоглобина в течение полугода. Если за эти полгода мы не получили снижение уровня гликированного гемоглобина более чем на 1,5%, соответственно, мы переводим пациента уже на интенсивную инсулинотерапию. Если же мы на нашем лечении достигли вот этих целевых значений, то, соответственно, оставляем пациента на комбинации двух или трех препаратов, кроме нерациональных сочетаний. Еще раз обращаю внимание, что вы видите, на сегодня имеется более интенсивная коррекция уровня глюкозы крови. То есть раз в полгода происходит коррекция препаратов, которые принимает пациент. Вот это действительно на сегодня очень важно. Ну и, соответственно, еще один фактор, кроме уровня гликированного гемоглобина, мы должны учитывать в различных ситуациях и какие приоритеты здесь будут. Если у пациента имеются сердечно-сосудистые факторы риска, обращая внимание не сами заболевания, а факторы риска, то здесь препаратами первой линии будут являться ингибиторы НГЛТ2 и антагонисты рецепторов ГПП1. Можно использовать препараты из безопасной или нейтральной группы. Это метформин, препараты сульфанил-мочевины, ингибиторы ДПП-4, тиазолидин-дион и карбоза-инсулина. То есть здесь, в принципе, все препараты возможны. Но еще раз подчеркиваю, что это сочетание сахарного диабета и других сердечно-сосудистых рисков. Если же у пациента уже имеются сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, кроме сердечной недостаточности, то здесь точно препаратами выбора из сахароснижающих препаратов являются ингибиторы НГЛТ2, антагонисты рецепторов ГПП1, это доказано для лироглютида, дулоглютида и семаглютида, безопасные в отношении этих заболеваний метформин, препараты сульфанил-мочевина, кроме глибенкламида, он не рекомендуется при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Также нейтральные ингибиторы ДПП-4, антагонисты ГПП-1, тиазолидин-дионы, акарбоза и инсулин.
Если у пациента имеется сердечная недостаточность, то здесь препаратами выбора являются ингибиторы НГЛТ2. Безопасный или нейтральный – это метформин. Препараты сульфанилмочевины, кроме глибенкламида, он не рекомендуется. Ингибиторы ДПП-4, антагонисты рецепторов ГПП-1, карбоза и инсулина. Особенно осторожно при старте использовать инсулин, потому что если мы начинаем инсулинотерапию, он может усилить на первом этапе отеки. Не рекомендуется при сердечной недостаточности препараты сульфанилмочевины, глибенкламид, препараты из группы тиазолидин-дионы и саксагликтин из группы ингибиторов ДПП-4. Если у пациента имеется хроническая болезнь почек на более ранних стадиях, это С1-3А, то есть СКФ более 45. Соответственно, препаратами выбора здесь будут являться ингибиторы НГЛТ2, антагонисты рецепторов ГПП-1, это доказано для лира и семаглутида, препараты сульфанилмочевины, а именно гликозид МВ. Потому что, например, остальные препараты сульфанилмочевины, они безопасны или нейтральны, а глибенкламид не рекомендуется уже при СКФ ниже 60 миллилитров в минуту. Ну и нейтральными в этом отношении являются метформин, препараты сульфанилмочевины, ингибиторы ДПП-4, агонисты рецепторов ГПП-1, тиазолидин-дионы, акарбоза и инсулины. Если же у нас имеется ХБП с СКФ менее 45, то, как видите, приоритетных препаратов здесь уже не будет. Но есть препараты, которые более-менее нейтральны в этом отношении. Да, это может быть метформин, но он может быть использован до ХБП С3Б. Препараты сульфанилмочевины до ХБП С4. То же самое касается, кстати, агонистов рецепторов ГПП-1 для лира и дулоглиптида. Тоже их возможно использовать до ХБП С4. Ну, ингибиторы ДПП-4 и инсулины. Обратите внимание, что на сегодня не рекомендуется метформин при СКФ ниже 30, глибенкламид, не рекомендуются препараты ингибиторов НГЛТ2. При СКФ ниже 30 агонисты рецепторов ГПП-1, тиазолидин-дионы, акарбоза и гозаглептин. Если у пациента имеется ожирение, то естественно, или избыточный вес, неважно, да, естественно, мы должны назначать препараты, которые влияют на снижение массы тела. А у нас именно три группы этих препаратов. Это метформин, агонисты рецепторов ГПП-1 и ингибиторы НГЛТ2. Безопасны, то есть возможно их использование, это ингибиторы ДПП-4 и акарбоза. Не рекомендуются любые препараты, которые вызывают прибавку массы тела. Это препараты сульфанилмочевины, тиазолидин-дионы и препараты инсулина. Ну и коль уж мы заговорили о том, что на третьем этапе, да, коррекции можно назначать инсулин и нужно, мне бы хотелось отдельно акцентировать вас на то, в каких ситуациях назначается инсулинотерапия при сахарном диабете второго типа. Во-первых, это у лиц с впервые выявленным диабетом второго типа, если гликированы более 9, и наличие выраженной клинической симптоматики. Но здесь надо убедить пациента, что такое назначение возможно будет временным, до нормализации глюкозы крови. Если же уже есть анамнез сахарного диабета второго типа, то при отсутствии достижения индивидуальных целевых значений гликированного гемоглобина в течение года полутора,
Также на фоне лечения оптимальными дозами других сахароснижающих препаратов или комбинаций, то есть если вы видите, что на фоне тройной, например, комбинации не достигнуты целевые значения, можно и не ждать этого года, а соответственно назначать инсулинотерапию. А если есть противопоказания к той или иной группе препаратов, естественно, кетоацидоз, беременность и лактация. Ну и если есть необходимость в оперативном вмешательстве при каких-то острых интеркурентных или обострениях хронических заболеваниях, которые сопровождаются декомпенсацией сахарного диабета, здесь также возможен временный перевод на инсулинотерапию. Ну и когда я уже говорил, да, про вот эти препараты, да, естественно, нельзя не говорить о самоконтроле при сахарном диабете, потому что эффективность самоконтроля, эффективность действия того или иного препарата – это именно самоконтроль, ну и уровень гликированного гемоглобина. Но вот последнее наше руководство, действующее, это 9-й выпуск, они нам говорят о том, что для самоконтроля уровня глюкозы крови нужно рекомендовать глюкометры, предназначенные для индивидуального использования, в том числе с настройкой индивидуального целевого диапазона гликемии. То есть это вот данные, да, наших руководств. То есть это когда в глюкометр можно ввести вот те целевые значения, о которых я говорил. И, соответственно, это удобно, потому что глюкометр будет показывать, какое текущее измерение. Ну и более того, обратите внимание, что наше руководство нам говорит о том, что лучше использовать глюкометры, которые передают данные об уровне глюкозы на смартфон, чтобы они могли быть использованы для удаленного мониторинга. Вот это действительно очень важно. Ну и более того, требования к самоконтролю на сегодня, по данным тех же наших алгоритмов, это индивидуальные глюкометры, которые должны соответствовать вот этому риску, новым значениям, требованиям к точности. А эти значения вы здесь видите, да, то есть при уровне глюкозы истинном менее 5,6 отклонение должно быть плюс-минус 0,8 ммоль на литр, а если истинное значение глюкозы крови более 5,6, то глюкометр должен показывать значение, отличающееся от эталонного, не более чем на 15%. То есть вот таковы на сегодня требования к глюкометру. И надо сказать, что на сегодня действительно глюкометры компании Ascensia, особенно это касается последней модели Contour Plus One, они соответствуют всем этим требованиям. То есть это высокая на сегодня точность, это одни из самых точных глюкометров. Они соответствуют и российскому, и европейскому стандарту. Имеют высокий диапазон рабочих температур, возможность дистанционного контроля и передачи все это на смартфон. Ну и обратите внимание, я напомню еще раз, что позвонив вот по этой горячей линии, которая здесь есть, телефон, ваши пациенты могут получить эти глюкометры бесплатно, им их привезут на дом. Соответственно, но позвонить должен не врач, а именно пациент. На сегодня эта акция больше идет для пациентов с первым типом диабета и пациентов, находящихся на инсулине. Спасибо за внимание. Вы так прямо резко оборвали, что я даже не успел включиться. Друзья, вопросы. Я что-то ни одного вопроса, кроме своего, не вижу. Да, я спросил, там чуть повыше было, значит, прибавка массы тела и отеки, на мой взгляд, это, в общем-то, одно и то же для глютазонов. Я так думаю, да, потому что там еще и сердечная недостаточность, то есть это не истинный вес растет, а, наверное, какая-то, так сказать, вода в организме прибывает. Да, да. Вот. А вот как объяснить повышенный риск переломов? Честно говоря, просто интересно, откуда это вдруг? Ну, чем это...
По данным исследований было показано, что этот риск есть. Может быть, вот честно говоря, я так вот сходу тоже не смогу, наверное, ответить на этот вопрос. Надо будет спросить у специалиста по остеопорозу. Но вот, пожалуй, я обещаю, что на следующей лекции я прям с этого и начну. Ну, потому что это Это получается действительно как интересно. это интересно, это какое-то ограничение такое, да, потому что ну, сердечной недостаточность, ладно, дали мочегонные, отеки ушли, тоже, в общем, не так страшно, а перелом это как-то тема такая неприятная, прямо скажем, да, она может быть очень с разными причинами, но главное, что она инвалидизирующая и, конечно, ограничивает прием препаратов. Друзья, еще вопросы? Спасибо, спасибо. Спасибо, это... Спасибо, как говорится, в магазин не сходишь. Давайте что-нибудь все-таки. Я понимаю, что тема такая немножко начетническая, да, то есть одно и то же про препараты, показания, противопоказания. Нет никакой лирики. Но мы не про лирику, мы-то про чисто практические вещи, да, как применять. Препаратов много. Раньше было легче, там было 2-3 штуки, и как бы и вопросов не было. А сейчас смотрите, и такие, и сякие. И на почки влияет по выведению глюкозы, да, то мы кишки блокировали, чтобы глюкоза не всасывалась, да, то стали почки стимулировать, чтобы глюкоза выливалась. Довольно забавные подходы, прямо скажем. Я не уверен в том, что они долгоживущие будут, да, но тем не менее мысль-то бьется, люди ищут все новые и новые подходы к лечению, как снизить уровень глюкозы. Затруднено освоение жирорастворимых витаминов, в том числе витамина D, за счет отека при панкреатите. Думаю, что так. Это предположение по поводу, я так понимаю, переломов. Да. Ну, не знаю, что Я тоже скажете. никак не могу прокомментировать. Ну, предположений может быть много, но я думаю, что вообще-то переломы с витамином D никак не связаны, так же, как и с кальцием, мое глубокое убеждение, что это все на уровне регуляции остеокластов, Нет, но остеобластов, да, если то есть там я... есть гиперпаратиреоз, допустим, да, или уже остеопороз, то это как-то может быть еще связано. То есть парад гормон все равно надо смотреть. А так, ну, я себе не представляю, во-первых, панкреатиты, они не совсем доказаны, да, для этой группы препаратов. А во-вторых, ну, даже если витамин D в кишечнике не всасывается, так он, собственно, и вырабатывается-то не совсем в кишечнике, да? То Ну есть, да. соответственно, думаю, что нет. Ну, я еще раз вернусь, что костная ткань – это не отложение кальция где-то. Это живая материя, это клетки, это микроокружение клеток, это макроокружение, макрорегуляция за счет гормонов. Поэтому здесь, я думаю, что более сложные механизмы, чем просто всасывание, не всасывание, тем более витамина D, который действительно мы синтезируем сами, в общем-то, он же у нас не снаружи приходит. Вот, поэтому я думаю, что это как раз не очень объясняет. Клинический разбор. Пациенты с коморбидной патологией, сердечно-сосудистой заболеванием, при патологии желудочно-кишечного тракта, например. Это что, например, это что? Это предложение к следующей лекции или что это? Ну ладно. Так, кардиолог выявил на приеме увеличение гликемии натощак. Что можно назначить пациенту, пока он ожидает приема эндокринолога? Кстати говоря, кто назначает, эндокринолог или терапевт по нынешним временам? Но терапевты при втором типе диабета имеют право назначать сахароснижающие пероральные препараты, так что терапевты могут. Если у пациента доказана нарушенная толерантность к глюкозе, то пока что мы можем назначить метформин или препараты акарбозы. Хотя препараты акарбозы, соответственно, они не настолько эффективны. То есть возможно назначение метформина. Соответственно, тем же терапевтом. Но если еще раз доказана точно нарушенная толерантность к глюкозе.
Ну, здесь уже много раз говорилось о диагностике, что она так прямо в лоб не делается, да, на приеме кардиолога, что надо сделать и такие анализы, и СИКИ, посмотреть, прежде чем бросаться на лекарственную терапию. Это достаточно ответственный шаг, и поэтому дело не в ожидании приема, а просто в том, что диагноз должен быть все-таки верифицирован современными методами. Значит, есть ли особенность назначения у беременных? Ну, мне кажется, что там много про это было. Ну и беременность вообще, там вообще много особенностей, это тема отдельной лекции. Да, и она была у нас, можно на самом деле посмотреть. При беременности точно мы делали лекцию, потому что это такая особая тема, и мы ее обсуждали. Да, вообще, что такое сахар в крови при беременности, является ли это диабетом или это такие приходящие какие-то изменения. Ну, в общем, я бы разбирался просто так вот. Так, значит, в отношении коморбидного больного на самом деле у нас будет 22-го, ой, 27-го, прошу прощения, конференция «Актуальный вопрос терапии внутренних болезней в эпоху ковида». Мы не меняем название. Она пойдет с утра, насколько я понимаю, да? И там точно будет обсуждаться коморбидные больные при ковидном синдроме. Вообще там много будет интересного. Мы поговорим про постковидный синдром. Такая новая тема появилась. Я думаю, что диабет тоже в какой-то степени, развитие диабета при ковиде относится к постковидному синдрому, потому что у кого-то уже все-таки развивается. И там очень много интересных сейчас клинических хотя бы находок, не скажу, что терапевтических. Есть целое сообщество людей, которые переболели ковидом и, так сказать, плохо себя чувствуют, мягко говоря, на самом деле инвалидизирующее состояние. Причем в первую очередь они касаются мозгов, центральной нервной системы. И вот то, что мы в прошлый раз обсуждали, это поражение автономной нервной системы, которая регулирует, в частности, давление, сердцебиение там, и так далее, да, при сахарном диабете своим чередом. Вот при ковиде, я и в прошлый раз об этом говорил, при ковиде, постковидном синдроме тоже такие же нарушения выявляются, их много, и люди мучаются, им пишут, что вы, так сказать, там, ипохондрики, еще что-то такое. На самом деле у них действительно такой постковидный синдром. Ну, мы пытаемся найти какие-то пути, потому что я уверен, что это васкулиты, тромбоваскулиты, и там должны работать и антикоагулянты, и, конечно, плазмаферез. Но с плазмаферезом оказалось в России плохо. Раньше он был на каждом углу, и как-то мне в голову не могло прийти, что его сейчас днем с огнем не сыщешь. Жаль, что конференция будет проходить в рабочие часы. Но все конференции в рабочие часы проходят. У нас все конференции публикуются на YouTube-канале. Собственно, мы про это уже несколько раз сегодня говорили. Подписывайтесь, будете иметь возможность просмотреть ее в удобное для вас время. Ничего страшного, у нас там просмотры по вот моим вебинарам, они составляют десятки тысяч, поэтому люди интересуются и смотрят. Еще вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда давайте поблагодарим Юрия Алексеевича за очередную лекцию, очень такую четкую, практическую лекцию, да. Это из серии «Распечатай, положи под Да, стекло на именно стол». так и задумано было. Да. Да. Ну, именно так и надо, потому что обычно какие-то рассказывают сложности, а здесь можно улететь так далеко в препаратах, что и не вернешься обратно. А врачу и больному чаще всего нужно просто показания, противопоказания, что конкретно, как давать, зачем следить. Вот, собственно говоря, и вся тема. И тогда больным будет легче. А можно рассуждать долго и научно. Спасибо. Спасибо всем присутствующим. Всего хорошего. Надеюсь, до встречи в До понедельник. свидания.
Представляем глюкометр Contour Plus One. Он открывает новую эру интеллектуального контроля диабета. Глюкометр Contour Plus One легко и без проблем подключается к приложению Contour Diabetes и сохраняет показатели уровня глюкозы в крови. Он позволяет вести учет питания, физической активности и лечения. Добавление фотографий, примечаний и голосовых заметок сделает ваши результаты информативнее. Прибор удобен в использовании. Вам не нужно писать дневник от руки. Ваши данные без проблем надежно сохраняются у вас на смартфоне, планшете и в облаке. Со временем это поможет вам лучше понять, что влияет на ваш уровень глюкозы в крови. И даже если вы забудете телефон, уходя из дома, не волнуйтесь. Глюкометр Contour Plus One сохраняет до 800 измерений. И мгновенно синхронизируется с приложением при его обнаружении. Нужно сообщить измерения лечащему врачу? Ваши показатели и тенденции можно передать с телефона. Все очень просто. А чтобы вы точно не забывали о визитах к врачу, можно создавать напоминания о них. Также прибор покажет, когда ваш уровень глюкозы в крови ниже, выше или в пределах вашей нормы с помощью цветовой индикации. В дальнейшем у приложения будут появляться новые возможности. Если вам нужны высокая точность глюкометра и умное управление уровнем глюкозы крови, вступайте в новую эру интеллектуального контроля диабета и взгляните на свою картину диабета в новом свете. Глюкометр Contour Plus One и приложение Contour Diabetes. Взгляните на диабет в новом свете.